Всем привет! Небольшая картина немножко напоминает про лето. Повесил я своим птицам тут картину, чтобы у них было летнее настроение. Вот тут канареечки мои. Так, значит, сегодня хотел бы похвалиться или как похвастаться, продемонстрировать свое новое приобретение. Был же на выставке в Кропоткине, вот там видео выкладывал. И приобрел такую замечательную парочку зебровых амадинок. И немножко они непростые, можно сказать, золотые. Вот самечек, это значит называется как зебровые амадины, но это рыжие. Вот самец называется рыжий черногрудый. И самка, соответственно, под него. Она немного светлее кофейнее, чем обычные зебровая мадина, расцветка, и немножко у нее розовый оттенок, такой розоватый, кремово-розоватый. Тут плохо видно освещение, сейчас ночь, бля, тут искусственное освещение у меня, но когда солнцем освещается, оттенок очень красивый видно. В общем, вот теперь у меня в моем хозяйстве появились такие вот замечательные мадины. У меня есть обычные мадины зебровые, но рыжих давно собирался приобрести. Здесь просто знакомый, хороший заводчик вывез. Ну, я выбрал себе красивую пару. Буду тоже разводить таких. Раньше таких не держал. Сейчас я вам для сравнения покажу стандартных зебровых амадин. Кто не знает, кто вообще амадин первый раз видит, чтобы понятие было, что значит обычная амадина, а что вот эти рыжие означают. Вот, пожалуйста, перед нами. Первый, значит, это стандартный зебровый амадин. Второй, это его самка стандартного зебрового амадина. А третий и четвертый, уже бежала самочка, это вот рыженькие. Мои новые зебровые амадины. В плане песни, хотелось бы отметить, что самцы зебровых амадин довольно-таки неплохо поют. Ну, конечно, не чита кинорам, но, тем не менее, поют они не громко. Мелодия у них своеобразная, интересная. В плане мусора, мусорят немножко, потому как птички маленькие, кушают мало. И, кстати говоря, для таких маленьких птичек, амадинок, желательно покупать большие клетки. Ни в коем случае не маленькие. Просто бытует мнение, если птичка маленькая, то можно и клетку купить маленькую. Нет, это неправильно. Клетку побольше. Даже, может, побольше, чем стандартная для волнистого попугая. Чтобы птичка могла там нормально летать с жердочки на жердочку. Потому как птичка очень активная, очень подвижная. Сейчас я вам покажу. Вот первый сидит, это рыжий амадин. Второй, это стандартный зебровый. Улетел. Вот как бы такая у них разница по цвету у самцов. Самок, у самок как-то разница особо незаметна. Вот. Так все по повадкам, по кормлению все одинаковое. Половая зрелость наступает так же, как и у стандартных зебровых амадин. Это 6-7 месяцев. Они уже способны размножаться в этом возрасте. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, советы, кому понравилось, кому не понравилось. А также подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте друзьям, знакомым, птицеводам. Вместе будет веселее, как говорится. Ну, благодарю всех за внимание, спасибо за просмотры. До скорой встречи на моем канале. До свидания. Не забываем ставить лайки, друзья, и подписываемся на мой канал.
Всем привет! До скорой встречи!